Это было не так давно. Но мало кто о них помнит. Эти гиганты жили в Арктике во времена, когда та еще была покрыта льдом. Медвезавры. Сегодня, благодаря раскопкам и последним достижениям в области компьютерных технологий, мы смогли воспроизвести их облик. Эти огромные создания жили на льду, питаясь рыбой, тюленями и собаками жителей Крайнего Севера. Медвезавры передвигались на четырех мощных конечностях, один грохот которых вызывал ужас. Многие из них неплохо чувствовали себя как на льду, так и в воде. Но люди не экономили электроэнергию, и температура на планете повышалась. Лед таял, и вода поглощала все вокруг. В том числе и медвезавров. Или белых медведей, если взглянуть на них в определенном свете. Например, в свете невыключенной лампочки.